В Челябинской области в ДТП погиб 28-летний парень. Мужчина управлял автомобилем ВАЗ и не справился с управлением. Съехал в кювет и перевернулся. Это последствия ДТП. Инцидент произошел на 85-м километре автодороги Чебаркуль-Уйская. Сотрудниками полиции установлено, погибший был местным жителем и имел водительский стаж 4 года. За нарушение правил дорожного движения не привлекался. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия. Также он мог уснуть за рулем. В Советском районе на перекрестке улиц Колсанова и Доватора столкнулись два автомобиля. Основной удар, судя по кадрам, пришелся на иномарку. «Волга» вылетела на угол проезжей части. В деталях ДТП разбираются сотрудники ГИБДД. В соцсетях появилось видео момента смертельного наезда на 81-летнего пенсионера. Авария случилась на автодороге Миасс-Златоуст. Вот мужчина буквально побежал через проезжую часть. В этот момент на скорости мчался автомобилист на «Хонде». Он заметил пешехода и пытался его объехать, но не вышло. Мужчина от полученных травм скончался на месте. Погибшим оказался 81-летний южноуралец. Сообщается, он был писателем и поэтом. Сейчас ищут его родственников.